Всем привет! Сегодня расскажу о том, как я решаю проблему с местом в гараже. Ситуация какая? Делался большой стол под станки, и под столом надо было высокое пространство для того, чтобы поставить компрессор и организовать привод станка токарного. Вот он разобранный стоит. Но не сегодня речь не об этом. Здесь раньше была ниша под ворота, сделалась мастерская, и там раньше были полки. Полки убрали, места стало сразу мало, некуда стало электроинструмент ложить. Ну и на полки, как бы там можно было сделать какие-то полочки, но при этом как бы мы съели бы, то есть глубоко закладывать электроинструмент неудобно. Ну, в общем, надо было что-то придумать. Идея пришла вот такая вот. Сделать вот такую как бы тачку или выдвижной шкаф именно для электроинструмента, который у меня есть. Сейчас посмотрим, как он сделан, как он работает. Здесь такая щель у меня. Возможно, ручку сделаю в дальнейшем. Выдвигается все вот таким вот образом. Вот такой вот шкаф для работы. То есть выдвинул, ну и работай, или там выдвинул, взял что-то, что тебе сегодня надо, а потом в конце дня сложил. Обычно, если работаешь с деревом, инструмент как бы весь по дереву нужен. Это и лобзик, и фреза, и фуганок, и отрезная пила, собственно, и шуруповерт. Ну, в принципе, весь электроинструмент практически нужен. Как сделан ящик? Грубо говоря, это три полки, сделанные, склеенные из щитов. Та обмолвлюсь, это дерево, это, скажем так, вторсырье, это упаковочный материал от какого-то оборудования, выписанный с завода как дрова, по сути. Ну, по сути, это и являлось дровами. Грубо говоря, из планочек, которые были более-менее кондиционные, вот сделалась вот такая вот вещь. Потратил на нее, по сути, я 1.5 дня чистыми. Давайте как бы обратимся к тому, что как она сделана. Две боковые стенки у меня сплошные, вот склеенные щитом. С двух сторон щиты. Полки привинчены к вот этим боковинам через вот такие вот небольшие вот 20 на 20 брусочки, которые тоже были на распиловочной столе, выпилены из этой же древесины. Все, в принципе, сделано из одного, как бы, из одной как бы, нановагонка или типа того, 20 толщиной доска. Скорее всего, что антисептированная, потому что пованивала какой-то гадостью. Ну, в общем, сделано это вот таким вот образом. На нижней полке там дополнительное усиление. Вы увидите дальше на видео сделано для того, чтобы прикрутить ролики. На полках сделаны вот такие вот ограничители, дабы электроинструмент не выпадал в дальнейшем. Сверху сделана такая вот окантовочка, Г-образный профиль, опять же, из доски склеенный для увеличения жесткости, собственно, всей конструкции. Верхняя полка сделана уменьшенной. В принципе, мне здесь места хватает, даже еще что-то можно положить. Здесь я как бы постарался разложить так инструмент в порядке того, как я им часто пользуюсь. Сверху у меня лежат две дрели, потом шуруповерт, две болгарки. Это основной инструмент, которым я чаще всего пользуюсь в своей работе. Дальше у меня там лобзик, дисковая пила, ниже фуганок, фен. С другой стороны полки сквозные, перегородок там нет. Ниже там у меня еще болгарка, фреза, там большая отрезная пила и отрезной станок стоит. Ну, в общем, так вот.
такая вот несложная конструкция. Да, мороки много, потому что обмылось все в туристрия делалось. Много времени на подгонку планочек ушло. Но, тем не менее, достойная, по-моему, вещь получилась. Скрыл я это все дело лаком. Думал сначала делать это все в краске. Ну, посмотрим. Краской всегда можно закрыть дерево. А все-таки внешний вид дерева смотрится красиво. В идее есть еще сбоку здесь понавешивать диски для болгарки, диски для отрезной пилы, там всякие шлифовочные диски, взять какие-нибудь круглые такие бабышечки на шурупиках, чтобы они просто одевались. Надо, наверное, будет еще продумать, посмотрим. Главное, чтобы не цепляться коленями, потому что все-таки здесь у меня рабочее место, постоянно здесь цепляюсь. Движемся к порядку в гараже. Ну, собственно, такая вот конструкция. Все несложно, все просто. Доступно, я думаю, каждому будет сделать эту вещь. Давайте задвинем его, посмотрим, как он задвигается. Вот такой вот просто большой ящик. В дальнейших планах сделать там еще один ящик, ну, будем посмотреть, для молотков, там, этих напильников и всяких, всякой всячины туда, чтобы они не стояли, потому что они у меня сейчас вот в таком вот виде, половина здесь, половина на полках стоит. Будем двигаться вперед, обустраивать свою норку. Ставьте пальцы, пишите отзывы. Дальше будет маленькое видео.